Всем привет, друзья! Очередной выходной, отличная погода, и снова мы выбрались типа на рыбалку, но наверное, просто покушаем. Сегодня будет такое блюдо, которое называется крок мадам и крок месье. Посмотрим, получится ли его приготовить. Будет, опять же, это моя интерпретация, мое видение, потому что часть продуктов я забыл, которые используются в классическом рецепте. Так что начнем готовить. Но в любом случае это будет очень вкусно, потому что, как говорится, с дымком даже подгоревшее кажется довольно-таки вкусным. Но для начала нужно развести костер. В нашем случае нужно развести печку, чтобы она разогрелась, прогорела и вышла на рабочую температуру. Так что сейчас буду заниматься именно этим. Начинаем мы, конечно же, с того, что нам нужно установить нашу сковороду на печь. Как раз уже прошло время, и как видите, большие поленья разгорелись и превратились в угли, так что можно устанавливать сковородку, пускай она греется. Предварительно дома сделали вот такой вот кляр, сюда вошло 4 яйца, миллилитров 100 молока, соль, перец, это уже по вкусу. Сейчас выливаем это в нашу миску для того, чтобы туда обмакивать наших крок мадам и крок месье, если они у нас получатся. Выливаю весь кляр, если что, потом пожарим что-то вроде яичницы. В классическом рецепте наши тосты нужно еще смазывать сливочным маслом и горчицей. У нас своеобразный рецепт, поэтому мы укладываем только сыр и ветчину. Липкий сыр. Так, теперь нужно придумать, как не извозюкаться полностью. Гигиеническая палочка. Отлично. Сейчас пропитываем наши тосты в кляре. И теперь обжариваем с двух сторон. Так как у нас супер печка сильно дает огня, то решили немножко убрать сковороду с открытого пламени для того, чтобы успел расплавиться сыр. Также сейчас он немножко подогреется, расплавится, и запечатаем с двух сторон наш бутерброд крок месье мадам. Что ж, сейчас запечатаем по бокам, по краям и будем подавать. Дымок. Момент истины.
что ж, приятного аппетита. Не знаю, кушают его руками, либо же режут ножом. Но кухня у нас варварская, пацанская. Так что приятного аппетита. Что ж, друзья, немного перекусив, продолжаем. И сейчас у нас будет крок мадам. Крок месье у нас уже, как вы видели, получился. Потом мы еще парочку приговорили. Немного отточили, так сказать, методику приготовления. Так что сейчас будет все вообще прямо в огнях. Крок мадам — это тот же крок месье, но почему-то с яйцом. Так что сначала пожарим яйцо и потом повторим то же самое, что для крок месье. Погнали! Вау! Вау! И теперь главное не накосячить и чтобы желточек остался целым. Хо-хоу! И теперь готовим крок месье для крок мадам. В этот раз я уже осмелею и прямо руками вот туда вот. Бульк. На умеренном медленном огне доводим до золотистой корочки и ждем, когда расплавится сыр. В прошлый раз мы делали до такой, до чернявой корочки. В этот раз попробуем сделать, добиться золотистой корочки. Что ж, как видите, у нас получилось добиться золотистой корочки. Сейчас я его запечатаю с краев. Укладываем сверху яйцо, добавляем немножко зелени. Ну, это уже такая импровизация. И наш бутерброд, сэндвич, крок мадам готов. Или готово. Или готово. Дома это готовить намного удобнее, как вы понимаете. Можно использовать две сковороды и одновременно готовить сразу же и тосты, и яйцо, чтобы оно у вас все было одинаковой температуры. Это мадам Мулаточка. Что? Мадам Мулаточка. Румяненькая такая. Что ж, получилась у нас вот такая крок мадам. Немножко похожа на чипсу. Не знаю, не судите строго, но то, что это вкусно, это 100%. Так что, друзья, приятного аппетита. Ставьте лайки. Пишите в комментариях какие-нибудь интересные названия. Постараюсь их приготовить на вот такой вот печке, на костре, на огне. В общем, до скорых встреч. Пока.